Всем привет! Вы на канале Мэнсон. Идею для видео, которое замечательно завершит этот год, я найти все-таки не смог. И довольствуйтесь этим. Сегодня мы поиграем в три самые страшные, самые кривые игры из интернета. Про Новый год. Про Санту Клауса, да. О, ну, Гринч! And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ну что ж, начинаем с первой игры. Ну, в принципе, очутились мы в таком домике. Такая вот зимненькая атмосфера, елочка стоит, замечательно. Я ухожу в ковале. Я не понимаю, что тут написано, но тут написано Санта и Дед, папа, то есть. То есть, папа нас оставил дома и, судя по всему, что-то еще там сказал про Санту. Ну, я, конечно, не знаю. Может быть, придет, подарочки принесет. Так, ну, на кухне все в порядке, собственно-таки. Везде тут одни квадраты, угловатые штуки. О, вот хотя бы полигонов на великое место осталось. Ай, замечательно. Телевизор с помехами. Неприятная атмосферка, конечно, становится, когда уже по телевизору такие помехи. Но благо, хоть унитаз есть. А, все, закончилась игра. Всем пока, всем до свидания. Ставьте лайк. А, нет. Не закончилось. Продолжаем игру. Ты кто? Что это за садовый гном? Кто ты такой, дядя? Тут пейзаж загораживаешь. А чё тут все открыто? Ах ты чёрт, все вещи у меня тут украл, тварь! Санта из хер. Дальше у нас идет Санта Куки 2. И да, не надо мне говорить в комментариях, что это за упоротое чудо. Я сам офигеваю, честно говоря. Но думаю, оно будет милым по ходу игры. Нажимаем на старт. Очутились мы в такой вот коморочке, думаю. Ладно. Пойдемте дальше, открываем дверь, собственно таки, тут какие-то дяди, судя по всему, это создатели ее игры, фури, какие-то странные лоудинги, я не знаю, кто это такие, но и не хочу знать в принципе. Подарочек. Даже испытать никак. Так, около костерка тут, около костерка, около камина. Так, стоим около камина, собственно таки, греемся. О, вот та самая елка из лобби, прикольно. Черт, почему ты закрываешься? Welcome to the safety room. Что? Ой, черт! Нет, 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 нет. Фух. Если я замерзаю, это признак того, что за мной сейчас придет этот Санта-Клаус. А я не хочу, чтобы он за мной пришел. Ой, дверь открыта. Не признак ли это того, что там сейчас, ну, страшновато немного. Тут везде подарочки разбросаны, так хочется все это взять, но кнопка Space этого нам не дает. Тут что-то надо подбирать, забирать, но я не знаю, что тут нужно именно собирать, там, подбирать. Вот дела. А! Вот, первый предмет, ура, наконец-то. Удача мне не улыбается, а что это за... Что? Ну вот примерно такое же чудо видит свинья из Angry Birds, когда очередная пташка летит ей в морду. Замечательная игра, второй раз что-то проходить его уже не хочется. До свидания. Видос резко обрывается, ведь я не смог найти третьей игры. Ведь, во-первых, это довольно сложно вообще находить контент по Новому году, да так, чтобы твой компьютер еще это потянул и не взорвался. Ну еще и 31 декабря, то время, когда я записываю это видео. К срокам я не успеваю, но что хочется сказать напоследок, так это то, что год был поистине интересным. Я получил неимоверно большой интересный опыт, научился на всяких ситуациях и, в общем, этот замечательный год подарил мне много эмоций. Ну а как год провели вы, собственно таки говоря, пишите в комментариях, мне будет интересно прочитать. Ну и в принципе, всех вас я поздравляю с новым 2022 годом. Всем вам я желаю удачи, пока!